Доброго дня всем. Буду готовить сейчас грибной салат. Вот из этих продуктов буду сейчас делать салат. Сейчас поставлю грибы сначала, варю. И овощи поставлю варить. Картошку, морковь. Поставила варить. Лук немного замариную, воду, добавлю воду, немного соли, песочек и лимонный сок. Стоит. Грибы закипели. Сейчас я воду поменяю, промою их и в другой воде уже буду варить. Вот так я поменяла воду, промыла грибочки, их стало уже намного меньше. Уже подсолю водичку, бульончик пригодится. Все готовится у нас. Я пока сделаю майонез. Сейчас постный. Вот из горошка. Сейчас сделаю. Возьму жидкость от горошка и буду делать майонез. Столько получилось жидкости от горошка. Сейчас добавлю сюда подсолнечное масло. Масло должно быть больше, поэтому сейчас я еще другого добавлю. У меня немного из оливкового масла. Красиво получается. Сейчас добавлю немного сахара, ложечку соли. И горчицы тоже немного. Черный перчик. Все, и будем взбивать. Такая смесь получается. Еще добавлю немного уксуса. 9% ложечку, не ложечку, там совсем пол чайной ложечки надо. Такой получился у нас майонез. Вкусный. Сколько получилось, баночка. Это в кружке еще осталось. Картошка и морковь сварились. Грибочки варятся. Очень вкусный бульончик получается. Нужно, может быть, лапшу сделать сюда. Грибочки для салата уже готовы. Сейчас я буду
убирать. Вот несколько грибочков оставлю. Заварю лапшу сюда. Бульон очень вкусный. Сейчас добавлю водички. Добавлю немного соли. Здесь у меня овощи сушеные. И лапшу отварю в этом бульончике грибном. Добавлю укропчик сушеный. И петрушку. Немножко. Начинаю резать салатик. Порезала морковь, картошку, лук. Сейчас огурчик добавлю. Еще грибочки и зеленый горошек. Режу грибочки. Отправляю в салатик. Салатик сейчас посолю. Поперчу немножечко. Красный, черный перчик. И одну часть будем заправлять майонезом, который сегодня приготовили. Другую оставим. Может, кто-то с маслом захочет. Такие салатики у нас с грибами постные. Лапша наша сварилась. Сегодня такой обед. Лапша на грибном бульончике. Голубцы, голубец вот сейчас буду кушать, салатик грибной. Всем приятного аппетита, будьте здоровы, будьте добрее.